Збожжеприемные пункты Могилевской области начали принимать первую пшеницу. Машины с хлебом верницы потягнулись с полей. Все 11 приемных пунктов в области готовы до приемки збожжа. Их агульная умешальность 630 тысяч тонн. Первую машину пшеницы сустракали и наши корреспонденты. Проба збожжа узята, наступное привітанне водителя нікольки не збянтежило. Ведая, традиции по святошному сустракать первую пшеницу с поля быть. Спасибо. МАЗ доставил партию вагой у 18 тонн. Загрузка прошла худко, делится Михаил Бонкин. Дорога без здоровья. Привезли пшеницу, деревня Межвисетки. Зерно хорошее. Сейчас даже можем посмотреть. Поглядеть збожжа зручно у лаборатории. Внешний выгляд одразу радует специалистов. Вот она пшеничка. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите. Она действительно красивая. Даже по внешнему виду уже можно сказать, что это явно не фуражная. Анализ займает усяго 2-3 хвилины. За такий короткий термин тут высветляют одразу 6 параметров якости пшеницы. Такая сучасная лаборатория у области далеко не одна. Каб годно сустрать сезон, аграры рыхтовались целый год. Организована работа круглосуточно. Это 10 визировочных лабораторий, приемные пункты, ЦУПы, Центр управления перевозками. И в целом материально-техническая база подготовлена, и я так думаю и полагаю, что никаких очередей, все будет приниматься планово и оперативно. Выгрузка машины меньше, чем за 5 хвилин. Новый урожай начинает заполнять бункер. Прогноз якости збожжа аграры дают добрый. Вы знаете, радует. Значит, пшеница, те анализы, которые делали, это продовольственная, причем высокого третьего класса, с клейковиной не менее 23, с хорошей натурой, зерно чистое, выполненное. Из полей идет, оно сухое, не влажное. На Могилевский элеватор у самый пик прибывает навод по 400 машин за сутки. Але не глядишь на это, горячие працы тут шакали. Когда много зерна, значит, будет много хлеба, люди будут с работой. В общем, как-то все мы к этому всегда подходим, как-то с каким-то особым чувством и трепетом. Добрый прогноз, великие и планы. Держзаказ по Могилевской области складая 164 тысячи тонн. Фуражного сборжа приемные пункты планует принять до 500 тысяч тонн. Алиса Рыбалка, Александр Артемьев, Новин регион.